Вновь дом-музей Ленина принимает посетителей. Он открылся после ремонта в день памяти основателя и руководителя первого в мире социалистического государства, нашего самого знаменитого земляка. Сердце Владимира Ильича Ульянова Ленина перестало биться 21 января 1924 года, 100 лет назад. А Ленин по-прежнему в центре внимания. О Ленине говорят, Ленина обсуждают. И это не случайно, потому что Ленин – это тот политик, который предоставил, будем говорить, возможность или дал людям надежду на создание справедливого общества. И этот опыт был не просто как представлен неким философом, политиком, но человек, который реально все это сделал. Он создал новое государство. Еще чувствуется запах краски. Мемориальный музей выглядит обновленным, но все экспонаты, которые вывозили в фонды, заняли свои прежние места, как было до ремонта и при жизни семьи Ульяновых. Правда, есть изменения в экспозиции столовой комнаты. Она пополнилась. Предметы, которые раньше принадлежали деду Владимира Ильича, Александру Дмитриевичу Бланку, потомке любимой тети Владимира Ильича, Любови Александровны Ардашевой, неоднократно уже посещали место, куда в свое время приезжали их предки, и передали нам эти драгоценные предметы. Это столовые приборы. По словам заведующей музеем, эти столовые серебряные приборы долгое время находились в Кокошкино. Ими пользовались Ульяновы, когда там бывали. Потом они хранились в семье Ардашевых. И совсем недавно потомки передали их в дом-музей Ленина. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.